Это самая молодая копь русской Бразилии. Называется шеелитовая. Шеелитовая назвали в угоду минералу, который здесь довольно-таки редкий в этом районе, но на копе он встречен в прекрасных кристаллах до 4 сантиметров. Она же копь гранатовая, она же копь Гилева в честь автора находки этого места. С 2010 года вот образовалась такая красивая выработка. И очень интересно, что справа гранит, слева гранит, а посередине такая скарновая жила, скарновая, почти такая вертикальная, красивая, хорошая полиминеральная жила. Что такое скарн, понятно, наверное, каждому, кто связан с минералогией. Этот скарн отличается тем, что здесь больше десятка минералов. То есть мы поднимаем один кусок горной породы и можем насчитать десяток минералов, которые входят в состав. Но в лучшем виде здесь, конечно же, гроссуляр, разгранатовая копь, шикарный ортоклаз, шикарный шеелит. То есть друзы, щетки, которые они образуют, вполне даже очень интересные для любого знатока минералогии. Очень интересное образование этой жилы, которое связано, в общем-то, с присутствием карбонатных пород. И если мы посмотрим вдаль нашей выработки, вот в тот угол, мы видим прекрасное обнажение пород типа мраморов. Это же, конечно, вот самые настоящие карбонатитовые образования, то есть магматические карбонатитовые породы, которые, состав которых и его строение говорит, конечно, об этом образовании. Благодаря вот какой-то химической реакции гранитной магмы и карбонатных пород образовалась вот эта прекрасная жила скарнов. Минералы этой жилы хорошо изучены, есть прекрасные работы по этой жиле. И, в принципе, конечно, любой, кто здесь посещает эту жилу, сразу же находит вот знакомые минералы. То есть мы в любом отвале можем найти прекрасные образцы с гранатом, с клиноцоизитом, с микроклином, с ортоклазом. Ну, здесь вот присутствуют зачатые слюды, вот мусковит, биотит, есть апатит. Ну и наверняка здесь еще какие-то минералы, которые мы так вот не видим невооруженным глазом. Разработка жилы, вот такая выработка красивая получилась благодаря, конечно, только лишь любителям камня. То есть любители камня, коллекционеры приходят сюда с молоточками, с каелками, и вот постепенно выработка углублялась и превратилась в настоящую копь. То есть вот свежая, красивая минералогическая копь. Есть такие места, которые расположены на такой территории, которая мало посещаемая. В данном случае мы находимся в Санарском заказнике, на территории бывшего бора. Здесь раньше стоял бор, сейчас здесь вот растут березы. И обнажилась вот эта жила. То есть благодаря тому, что в свое время когда-то был пожар, который оголил горные породы, то есть уничтожил, к сожалению, лес и дерн, вот появилась такая жила на поверхности. Возможно, что не было бы, если этого явления, то еще бы, может быть, на десятки, а может быть, на сотню лет недра были бы здесь неизвестны никому. Ну вот тут в руках попала прекрасная друзочка из гранатов, вот большие кристаллы, здесь кальцит. То есть прекрасный образец гроссуляра. Гроссуляр легко определяется по форме кристаллов, конечно, такие блестящие грани. Это вот тоже очень интересный штуф, он такой ноздреватый. Это бывший карбонат здесь, который выщелкнулся, конечно. И вот сейчас мы здесь вот видим большой кристалл клиноцоизита, то есть большой кристалл, вот он. Он покрыт гидроокислами, сейчас пока неузнаваемый, конечно, но после такой легкой обработки лабораторной он станет ярким и приобретет свой настоящий оливково-зеленый цвет. Это вот довольно-таки редкая щеточка кристаллов клинохлора. Клинохлор, и он тоже покрыт гидроокислами, тоже требует обработки, но опытный глаз минералога сразу здесь определяет, что это такое, скрывается. Ну, вот это образец просто скарна, вот гранатовый скарн. Крупные кристаллы гроссуляра, зеленый клиноцоизит, белый ортоклаз. Тут просматриваются кристаллы хорошие. Ну, здесь каждый образец, вот, поднятый из копии, из отвала, он очень информативный, он очень необычный, конечно. Ну-ка, дотянусь вот до этого образца. О, прекрасно. Вот так вот на расстоянии вытянутой руки, то есть располагаясь около отвала, можно найти вот такой вот гранатовый штуф. Сейчас, конечно, найти шеелит, по которому названа копь, труднее. Вот верхние горизонты этого тела, они были более богатые. И шеелит был в кварце, шеелит был в самом скарне, в полостях. Вот. Сейчас, конечно, во-первых, его трудно определить, трудно отличить внешне от того же ортоклаза, от того же кальцита. И уже, так сказать, набитый глаз минералога только лишь может увидеть, так сказать, в нем тот минерал, который вот мы хотели бы найти. Ну, здесь вот желтые пятнышки, это, скорее всего, уже вторичные минералы, может быть, даже тунгститом. То есть это минерал, который связан со разрушением шеелита. Вот такой яркие пятнышки, вот они. Минерал здесь описан. Вот такая у нас получилась коллекция по-быстрому.